Итак, привет, ребята, как вы видите, у меня на обзоре сегодня вот такая вот маленькая миниатюрочка с Алиэкспресса пришла мне. Сделана вроде как из нержавеющей стали, здесь пластмассовая ручка. Она получается в миниатюре от обычной терочки. Значит, что мы возьмем? Мы сейчас возьмем линеечку, замеряем ее габариты небольшие. Так, здесь у нас почти, так, 6,2 сантиметра. Здесь у нас почти 4 сантиметра. Высота 6. Фокус. Вот если видно, 6. Чуть больше 6 сантиметров, если полностью с ручкой. Если полностью с ручкой. Так, вот так, чик. Примерно у нас получается вот так вот. Где-то 9 сантиметров. Это у нас есть, это мы откладываем. Здесь, как мы видим, у нас вот такая вот натирачка есть. Мелкая, еще мельче. И для натирания чесночка. Сейчас мы, кстати, вот у меня есть чесночок. Проэкспериментируем на разных терочках. Сейчас проверим. Еще дополнительно сделал потом обзорчик. Вернее, отдельно еще сделаю тест с сырочком. Так, давай попробуем на разных терочках. Трет. Хорошо трет. На мелкой тоже что-то трет. Изнутри, ну, почти ничего, но все снаружи. Здесь у нас тоже колечками трет. И вот это у нас еще. Ну, здесь она просто размазывает. Тут изнутри ничего нету, поэтому мы сейчас вот так вот на крупную. Ну, в принципе, небольшой можно оставить кусочек. Вот так, как мы видим. Где-то вот так, в такой консистенции у нас плюс-минус получается чесночок. Сейчас пошел и возьму сырочек. И вот она магия, вот наш сырок, значит, мы берем... Ой, наш сырок. Будем пробовать сейчас на, допустим, на вот этих двух, наверное, на вот этих трех. На это я не буду пробовать даже натирать сырок. Так, давай попробуем на вот этих слайсах. То есть вот мы видим вот такие вот листочки получаются на этих слайсах, грубо говоря. Теперь пробуем на вот этом большом. В принципе, как мы видим, вот такие вот тоже получаются продолговатые. Можем сейчас еще чуть-чуть на мелкое попробовать. Не, оно просто размазывается. Оно очень мелко, и оно больше размазывается по вот этой самой терочке. Поэтому на мелкую лучше не тереть. На эту, я думаю, сыр тоже вообще нет смысла. То есть в основном это или вот это. Все, больше здесь ничего не надо. Ссылку оставлю в описании, переходи, заказывай. Или же в моем телеграм-канале. Тоже можешь подписаться на телеграм-канал. С тебя лайк, подписка, комментарий. С вами был я, Александр. До новых встреч!